композиции из сложных геометрических форм, из простых геометрических форм, из биологических форм, как их составлять, что можно делать. Я для себя вот набросал какие-то примеры, разнообразные абсолютно. И что я буду использовать? Можно нарисовать просто композицию из объектов, и потом с помощью вот такой просто рамочки из бумаги искать какие-то интересные решения на листе. Можно просто сразу нарисовать себе рамочку и пытаться туда вписать невписуемое. Так что попробуем по-разному. Здесь вот сейчас появятся разнообразные композиционные решения. Они абсолютно стандартные. Это там золотое сечение, способ третей, большое, маленькое, справа, слева, посередине и так далее. Передний план, задний план, средний план. Разнообразные сложные перспективные решения, когда мы смотрим как будто снизу, когда мы смотрим как будто сверху, когда мы просто фронтально смотрим на картинку и так далее. То есть попробуем это все порисовать. Все, поехали. Итак, вот у нас с вами какая-то композиция, да, без какой-либо рамочки. Мы можем взять и, накладывая рамочку, так вот, смотреть, какие интересные моменты у нас могут быть. И попробовать здесь найти. Например, мы берем и говорим, так, вот это вот этот кусок мне нравится вот здесь. Да, смотрим, предположим, вот. Вот, предположим, как-то вот так. Так, вот так. И просто рамочку обводим. Смотрим, да, что у нас здесь есть. Чуть-чуть сдвинуть в сторону, смотрим, где у нас еще есть какие-то интересные моменты. Тоже раз и обводим рамочку. Смотрим, да, что у нас здесь. Продолжаем поиски. Попробуем, например, в вертикальном положении, например, там, вот что-то вот здесь вот интересное, попробуем в вертикальном положении нарисовать себе эту же рамочку здесь, так вот обвести, идеально ровная рамочка, и попробовать эту же композицию себе скопировать только с какими-то небольшими корректировками. Вот у меня тут есть такой вот скетчбук, в котором я всякие такие штуки тоже рисую. Вот, например, да, какая-то композиция, что-то такое пересекается. Вот мы можем взять что-нибудь подобное, какой-то кусок повторить. Положим здесь, чтобы для наглядности. Вот мы какую-то композицию нарисовали, да, теперь попробуем взять и поискать какие-то решения, которые нам нужны.
Еще одно очень полезное упражнение, которое я буду делать, оно очень интересное. Это когда мы крутимся вокруг композиции из объектов. Не сами объекты крутим, а вокруг пространства. Что нам для этого нужно? Для этого нужно решить, какие объекты мы с вами, собственно, будем расставлять на нашей локации. Рисуем себе некую плоскость. Некую плоскость, на которой я расставлю все эти объекты. Что дальше мы делаем? Мы берем и смотрим, откуда я буду смотреть на это все. Вот из каких точек. Предположим, у меня камера может стоять прям фронтально перед аркой. То есть мы смотрим вот сюда. Соответственно, видим все, что попадает нам вот сюда, да, на нашу картинную плоскость. Дальше мы возьмем и попробуем поискать, откуда еще интересно было бы посмотреть. Попробуем посмотреть вот отсюда на арку, которая вдалеке, через куб. Через куб, да. Через куб у нас шарик попадет. Конус, ой, не конус, это цилиндр. И вот отсюда еще глянем. Вот отсюда, например. Вот отсюда. У нас и арка упадет. Так что возьмем и назовем теперь это камера 1, камера 2, камера 3. Все, это пятый раз я уже записываю. Все, вот у нас есть упражнение, где я кручу и верчу геометрические формы пространства и составляю из них композицию. Это очень важное упражнение. Делать его надо каждый день, что, собственно, я и делаю. Рисую такие композиции каждый день. И вам советую. И чем больше будем их рисовать, тем ближе мы будем к Ким Чжан Ги, к его мастерству. Вот и все. Наконец-то. С пятого раза.